Всем здорово, ребят! С момента выхода iPhone SE прошло уже ровно 4 года, его показали в марте 2016-го. И с тех пор все не утихают слухи о том, что выйдет iPhone SE 2. Мы уже видели много всяческих рендеров, была самая-самая разная информация, в частности о том, что этот смартфон точно не выйдет. Сейчас же у нас появилась инфа о том, что этот смартфон все-таки точно выйдет. Ну и произойдет это, скорее всего, на весенней презентации этого года, то есть 2020-го. Ну и давайте в этом ролике соберем все последние утечки, которые есть на сегодняшний день. Погнали! Давайте начнем с вами с внешнего вида. Это, пожалуй, самый главный интересный вопрос. Значит, уже хорошо знакомый нам инсайдер OnLeaks опубликовал свежие рендеры iPhone SE 2. OnLeaks, как известно, редко ошибается. Он же нам слил внешность iPhone 11 Pro и не ошибся. Рендеры, которые мы увидели, все-таки говорят нам о том, что iPhone SE 2 будет выглядеть практически как iPhone 8, то есть с большими рамками сверху и снизу и с обычным сканером отпечатка. Рамки смартфона будут все-таки скругленные, прямоугольных не будет, хотя многие рендеры говорили именно об этом. И также большое разочарование заключается в том, что все-таки не будет безрамочного экрана и Face ID, но я думаю, что это обусловлено именно ценой, потому что это не самые бюджетные решения. iPhone SE 2 мы все-таки хотим, чтобы он стоил приемлемых денег. Правда, все равно, скорее всего, доступной цены не будет, об этом поговорим чуть позже. Рамка у смартфона будет, скорее всего, стальная, а вот заднее стекло ожидается матовое, такое же, как в 11 Pro Max. Диагональ экрана будет здесь соответствовать также 8-му iPhone 4,7 дюйма, что, в принципе, разумно, потому что на 4-дюймовом iPhone SE, конечно, в 2020 году уже не совсем удобно печатать и смотреть контент. Также утечки нам сообщают о том, что увеличится толщина смартфона. Она будет 7,8 мм против 7,3 на восьмерке. Правда, пока непонятно, с камерой это или без камеры. Но, в общем, вполне возможно, что аккумулятор тоже увеличит. И это очень-очень хорошо. Ну, то есть, как видите, в целом это просто прокачанный iPhone 8. А сейчас я пока хочу вам напомнить про компанию Future Technologies. Она занимается инвестициями в перспективные IT-стартапы, блокчейн, искусственный интеллект и прочие технологии. Самое интересное то, что вы тоже можете заработать вместе с компанией, но при этом разбираться в самих технологиях нет никакой необходимости. За вас это сделают специалисты с огромным стажем в инвестициях, более 12 лет. Вам нужно просто на сайте зарегистрироваться, буквально в пару кликов выбрать подходящий план, внести депозит от 100 рублей и затем просто получать стабильный доход 1,2% в сутки. Так что для тех, кто хочет начать зарабатывать, ссылочку я оставлю в описании под видео. Теперь поговорим с вами про начинку. Значит, по железу здесь все довольно интересно. Процессор ожидается A13 Bionic, то есть самый свежий чип на текущий момент. Оперативной памяти будет 3 гигабайта, этого вполне достаточно для данной модели, ну и два варианта встроенной памяти, 64 и 128. Также в этом смартфоне по утечкам ожидается поддержка беспроводной зарядки. Что касается камеры, ребят, то здесь ожидается одиночный модуль, какой он будет по уровню, пока неизвестно. Я думаю, что не хуже, чем на iPhone 11, но это пока только лишь предположение. На самом деле, если учитывать всю ту начинку, которую я только что назвал, то этот телефон на самом деле не может быть бюджетным, о чем я и написал в заголовке этого видео. По характеристикам этот iPhone явно интереснее, чем восьмерка, которая сейчас стоит где-то 35-40, соответственно на старте продаж iPhone SE 2 явно не будет стоить меньше 40. Я думаю, что скорее всего даже больше, потому что начинка достаточно серьезная. Вряд ли те, кто ждал именно бюджетный iPhone от Apple, побегут его покупать, но, ребят, скорее всего ситуация будет такая же, как и с SE. Со временем, через годика полтора-два, этот телефон подешевеет и будет стоить вполне возможно разумные 1025. Кстати, пока до конца так и не ясно, какое будет у смартфона название, потому что SE 2 так уже принято называть его в сети, но скорее всего его назовут все-таки не SE 2, а iPhone 9, например. Потому что в принципе этот смартфон выглядит и ощущается все-таки как преемник именно восьмерки. Хотя это опять же только предположения и слухи. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу iPhone SE 2, как он будет называться, сколько он будет стоить, интересен ли он будет к покупке, ну и так далее. С вами был Future Time, подписывайтесь на канал.